Пилоты и танкисты. Сегодня мы бы хотели рассказать об изменениях танковых аркадных боев, которые планируются в обновлении War Thunder 1.43. Теперь в этом режиме вы сможете использовать авиацию для поддержки наземной техники союзника. Начинать бой обе команды будут, как и раньше, на земле. Но уничтожив два танка противника, вы сможете вылететь на штурмовике, а три танка на тяжелом бомбардировщике. Выберите подходящий класс самолета с помощью иконок внизу экрана и запустите специальное мини. События. Вам предстоит в течение короткого времени нанести максимальный урон технике противника на земле. Несколько союзников могут вылететь на истребителях и защитить ваш штурмовик или бомбардировщик, а противники попытаются перехватить и уничтожить его. При этом первыми право вылететь с вами получат товарищи по отряду. Как видите, самолеты, используемые в этом событии, не зависят от выбранной танковой нации. Ставить их в слоты экипажа перед началом боя также не требуется. Обратите внимание, ваш танк никуда не исчезает. Он остается на земле и может быть уничтожен противником. Укройтесь в безопасном месте, прежде чем ввязываться в воздушный бой. Переработана была и система арт-поддержки. В начале боя эта возможность недоступна, но уничтожая танки противника, вы можете накопить до 3 артиллерийских залпов и использовать их все сразу или по одному. Еще один способ получить очки артиллерийской и воздушной поддержки – удержание точек захвата. Если ваша команда имеет преимущество по контрольным точкам в течение 90 секунд, все ее игроки получают по одному очку. Множественные возрождения на одном виде техники были отключены. Это сделает каждый выезд более ценным, а матчи более напряженными.